Обращение к народам Автономной Республики Крым. Депутаты парламента Татарстана утвердили единогласно на внеочередном заседании. В мире насчитывается около 8 миллионов татар, 5,5 миллионов живут в России и 2 миллиона из них в Республике Татарстан. Близкий по волжским татарам, народ крымских татар, власти республики призывают к миру. Сделать все возможное, чтобы в какой-либо иной форме конфликт не происходил. Понимая при этом... Есть необходимость защиты интересов действительно огромного количества русских, которые на этой территории проживают. Позиция Татарстана по отношению к противостоянию крымско-татарского, русского и украинского народов на полуострове – мирное урегулирование при сохранении статуса автономии. Мы считаем, что без учета интересов крымско-татарского народа сегодня решение каких-либо вопросов тоже быть не может. Потому что этот народ слишком тяжело пострадал в советские годы. Мы все знаем об этом. И, конечно, они вот последние годы с большим трудом вживаются в эту жизнь, обустраиваются. И этот процесс может сегодня прерваться, если перекинется вот все это от Майдана. Крымско-татарский народ должен не поддерживать, как говорится, Майдан, а идти своим путем. Нельзя вбивать клин между русскими и крымско-татарским народом, и между украинскими и крымско-татарским народом. Организация «Всемирный конгресс татар» подготовила заявление, по которому будущее Крыма видится в расширении прав автономии. Делегация из 4 депутатов Государственного совета Татарстана в Симферополе будет уже сегодня, где проведет ряд встреч с крымскими парламентариями и передаст им свое обращение. В документе осуждается применение насилия и заявляется о недопустимости принятия политических решений в Автономной Республике Крым в угоду группировок Майдана. В качестве основного аргумента и примера депутаты будут показывать положительный опыт Татарстана, у которого до сих пор действует договор о разграничении полномочий с федеральным центром. Мы в России сумели эти этапы мирно пройти. Вы помните же, мы же почти уже война была, почти. Мы не везде сумели мирно пройти. В том же Северном Кавказе мы не сумели мирно пройти. Попытаться удержать народ Крыма без войны, удержать, потому что эта война коснется и нашу Россию, и каждого из нас коснется. Представители Всемирного конгресса татар убеждены, что именно крымско-татарский народ должен призвать жителей Республики Крым к миру и согласию.